заведующей поликлиникой номер 1 имени Лидии Ильиничны Захаровой Григория Ильина Борисовна. Сегодня у нас, учитывая злободневность, проблемы проведения профилактической работы, поликлиника номер 1 делает прививки согласно национальному календарю прививок против гриппа. Иммунизацию сегодня у нас очень интересным образом поучаствовали сотрудники СМИ города Кинешмы и сделали прививки. К этому они, значит, своим участием в данной акции они призывают население города Кинешмы также поучаствовать в прививочной кампании, которая осуществляется у нас в поликлинике на бесплатной основе для определенных групп населения. Сюда относятся работники здравоохранения, работники дошкольных учреждений, школ, лица старше 60 лет, работники транспорта и ЖКХ, то есть те категории населения, которые наиболее близко контактируют с людьми, которые могут быть подвержены заражению гриппа. Более 20% населения, по данным ВОЗ, ежегодно заболевают гриппом. Эта кампания сегодняшняя у нас проводится под эгидой проекта «Качество жизни и здоровья», который курируется главным врачом Августнешинской ЦРБ Сергеем Александровичем Минудовым. И мы призываем всех жителей города поучаствовать и сделать прививки в поликлинике номер 1. И я благодарю сотрудников, ребят, за то, что они поучаствовали и таким образом привлекли внимание населения города к данной проблеме.